Привет, друзья! Говорят, если человек примет 30 грамм соли за один раз, это может привести его к смерти. В среднем же медики утверждают, что каждому человеку нужно до 5 грамм соли в день. Но идеальная норма – это от 1,5 до 3 грамм соли ежедневно. Следовательно, в месяц, получается, человек съедает порядка 90, ну, может быть, максимум 150 грамм соли. То есть вот такого вот пакета в 1,5 килограмма ему хватит довольно-таки надолго. Вы знаете, я замечаю одну вещь, одну закономерность. Как только в стране начинаются определенные беспорядки, как только начинает прыгать курс доллара и расти цена на бензин, люди начинают покупать соль. Вы приходите в магазины, как я сегодня забежал ненадолго и увидел эти пустые полки и женщин, которые забирали несколько последних пачек. Конечно же, трудно поверить, что людям действительно настолько нужна соль, что нужно запасти несколько тонн этого продукта. Но в то же время, наверное, что-то происходит на подсознательном уровне. Люди понимают, что в самые сложные времена, когда они не знают, как поступить, им нужно что-то делать. Им нужно совершать какие-то понятные, известные издавна действия. И лучше всего это что-то покупать. Покупать что-то дорогое они не могут. Спички, соль, мыло – это те вещи, которые всегда покупались. Но спички, мыло может быть не очень актуальны. А вот соль – вполне понятный продукт. Продукт, который не пропадает, который легко поставить, который легко применить в хозяйстве. И самое главное, после этого человек чувствует определенное удовлетворение. Человек чувствует, что он сделал что-то полезное. Он сделал определенный запас, который поможет ему пережить любой кризис. Не знаю, остановит ли это падение гривны, или, быть может, войну, которая идет на Юго-Востоке, но, наверное, это помогает большинству моих сограждан как-то уйти от проблемы, быть может, спрятать голову в песок, но в то же время несколько забыться и отвлечься от всего того, что они видят вокруг. А что вы думаете, почему люди покупают соль? Напишите в комментариях к этому выпуску «Субъективно» с Денисом Лапиным.